преддверии Дня памяти и скорби молодежь Махачкалы объединилась и провела уборку на воинском кладбище, где расположены мемориалы и памятники героям Великой Отечественной войны. Международный субботник по благоустройству аллей боевой славы, памятных мест и воинских захоронений проходит сегодня по всей России, а также более чем в 20 странах. Цель акции – привлечь молодежь к уходу за воинскими мемориалами и изучению их истории. В начале апреля в рамках подготовки празднования ко Дню Победы мы всегда проводили всероссийский субботник. А в этом году к нам присоединились и зарубежные страны, поэтому международный субботник проходит во всех субъектах сегодня по благоустройству памятных мест. Акцию поддержали администрация Махачкалы, Министерство по делам молодежи, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, волонтеры Победы и другие. Напомним, День памяти и скорби проходит ежегодно в день начала Великой Отечественной войны.